В лесу, в глухом лесу мы обнаружили все эти сенсационные находки. Даже в это сложно поверить, что такие находки, что они еще есть, что их можно обнаруживать. Но наша команда, как вы знаете, мы очень упорно работаем, обнаруживаем и делаем все для того, чтобы сохранить все эти великолепнейшие находки от забвения, от продажи. Вы можете это все увидеть в прямом эфире, как мы обнаружили, как мы копали. Эмоции просто зашкаливают, в это тяжело поверить, но сокровища реально были обнаружены. Ни в коем случае не переключаемся, ставим лайки, подписываемся на канал. Приключения реально только начинаются, жажда приключений реально неутолима. Обнаружили, даже, ну, если говорить серьезно, то в такое сложно поверить, что такие артефакты, такие сокровища, их еще можно найти. Кажется, что, как знаете, многие говорят, что все артефакты уже обнаружены, что золото, бриллианты очень тяжело найти. Наша команда отправляется на поиски и в надежде, знаете, что золото, бриллианты, то другие всевозможные сокровища будут найдены. Сегодня, как вы видите, это просто успех. Это колоссальные приключения, которые увенчались таким просто великолепнейшим артефактом, который мы обнаружили и сегодня выкопали. Настоящие непридуманные сенсации. Выкопали колоссальной глубины яму. Сейчас будем ее закапывать. Это еще займет несколько часов. Ну а что ты поделаешь? Когда хочешь обнаружить золото, бриллианты, сокровища, нужно очень много копать, нужно очень много работать в архивах с картами, общаться с местным населением, чтобы они рассказывали, где по местным легендам спрятаны все эти великолепнейшие сокровища и непревзойденные артефакты. Когда мы отправлялись в эту сложнейшую экспедицию, нам было даже сложно поверить, что мы найдем наконец-то такой бесценнейший артефакт. Мы не знаем, какого это периода. Есть предположение, что это фашистский генерал, потому что очень много артефактов мы уже обнаружили по фашистской карте. Но опять же таки, это все предположение. Мы можем реально только предполагать, как оно было на самом деле, мы не знаем. Но то, что сегодня мы обнаружили, это золото, бриллианты. И, как вы знаете, у нас основная концепция — это спасти артефакты от разграбления, от продажи. Мы абсолютно ничего не продаем, делаем обзоры. Наш канал создан для того, чтобы популяризировать историю, чтобы вы больше изучали историю родного края, чтобы вы интересовались, какие происходили события, ходили в музеи, ходили в те здания архитектуры, которые были построены столетия, может быть, тысячелетия назад. Все это делает наш канал для того, чтобы показать, насколько интересно изучать историю, насколько это круто смотреть по артефактам, искать сокровища и клады. Мы десятилетиями изучаем истории, всевозможные карты, для того, чтобы найти вот такие непревзойденные сокровища и артефакты, которые десятилетиями, столетиями реально томились и ждали, когда же мы их обнаружим, для того, чтобы вам с огромным удовольствием их показывать, рассказывать. Это настоящая непридуманная сенсация от канала «Поиска клада и золота» от Викинга. Мы делаем все для того, чтобы вы видели эти великолепнейшие артефакты. Сегодня наш просто поисковый день увенчался колоссальнейшим успехом. В глубоченной яме, под корнями, под деревянным настилом мы обнаружили настоящий тайник. Скорее всего, это тайник фашистского генерала, но мы это не утверждаем, мы предполагаем. Огромное золото, великолепные бриллианты. Мы будем потом делать обзоры, рассказывать, например, показывать. Снимем, может быть, 100, а может быть, и 1000 видео, потому что ради этого мы и занимаемся, как вы знаете, поисками сокровищ. Поэтому, что я хочу сказать? Это канал «В поисках клада и золота» от Викинга. Если вы в первый раз на канале, подпишитесь. Да, это очень важно. Поставьте нам лайк и напишите что-нибудь хорошее. Если вам не нравится, поставьте дизлайк, но не пишите маты и оскорбления, как это требуют наши конкуренты. Не будьте хейтерами, будьте нормальными людьми, потому что мы делаем все для того, чтобы спасать эти артефакты и бесценные находки от забвения, от перепродаж. Мы делаем все для того, чтобы эти великолепнейшие находки вы могли видеть на нашем канале, смотреть их и наслаждаться вместе с нами этим великолепнейшим успехом. Как я уже много раз вам говорил, никакого заработка. Мы делаем все для того, чтобы именно сохранять все эти артефакты и находки от разграбления. Потому что, как вы знаете, черные копачи, реально просто исторический бич, который грабит все как саранча, они после того, как обнаружат какие-то находки,
более-менее ценные, сразу на интернет-платформах их продают реально, как вы знаете, этим страшным олигархам. Поэтому наш канал — это спасение ценностей. Ваш лайк, ваша подписка — это новые экспедиции, это суперкрутые поиски, которые позволят сохранить артефакты от забвения, от реальных продаж. Мы сделаем все для того, чтобы миллионы людей узнали про те находки, которые делает наша реально звездная сенсационная команда в поисках клада и золота от Виклинга. 1322 видео вы можете уже сегодня посмотреть на нашем супер сенсационном канале. Надеюсь, что вам будет интересно. Приятного вам просмотра. Пишите комментарии, советуйте знакомым, рекомендуйте друзьям, потому что наш канал, как я уже повторяюсь говорил, создан для того, чтобы сохранять артефакты от забвения. Мы делаем все для того, чтобы вам было реально интересно изучать историю. Сегодня великолепнейший день. Мы спасли от забвения, от продажи эти великолепнейшие золото, бриллианты и, самое главное, как я даже его не знаю, раздавленный тубус или великолепнейший бидон, в котором огромное количество времени эти артефакты лежали и ждали, когда же они будут обнаружены, когда же это великолепнейшее золото и бриллианты будут блестеть на солнце. Это реально очень круто. Ни в коем случае не переключаемся. Канал «Поиск клада и золота» от Виклинга. Приключения.